Выплату в 35 тысяч рублей семейного капитала можно будет получить до конца года. Решение об этом принято на заседании правительства округа. Весной многодетным югорчанам, которые не успели потратить семейный капитал, предложили получить выплату в 35 тысяч рублей. Однако сделать это можно было лишь когда третьему ребенку исполнится год. При этом срок получения выплаты ограничили 1 ноября. Если день рождения ребенка после этой даты, семья не могла воспользоваться выплатой. Теперь, благодаря продлению срока, 35 тысяч рублей смогут получить еще примерно 900 семей в Югре. Всего такую выплату получили 7087 югорских семей.